Шижнеты галакала кечо я разные кублы я бун утшая нервон а ну хешоказ я райчкаюча программа и кудрешит угуп нам зо аха утренок зряла ганза абсна на пгарар хатарнок чей а районе я хабуре я важлары а школ хоть куяшт куштарцей абсна лур джинствол бей башран абсад гилшурек чо дитахаз афрхашо гумшоко арбаканцан Сталин берир хан ухакала акрт пахве нерто запсвара кунье хара заггала района чинхоз абсвароп яра гала хатаге эйчизгаз Абрит лабган кетсбе ходан рабхе забран хара яла газнаси и вот ведь ахшанеид куло баси чуе и халаки хайт и район хайт абсны и рейхазо административ тупни алейта фахчера абсны шарта дарзгет халобри тупи шуждрэвш Абрак он не рожит, где зевит, и шишка сезон чачба, тялошбей, и хаква, и лапшрухна. Абрак он наклеха и хашта, и гроза, и гора, а баша он, убри баша, абсуа, рейбища тапена, и рейбаква, фашрухбамшина, келенджики, батыми рыбжара, и лапшрухни гамыз. Абризиги, абри, ихахазгула территория, гала территория, чак он шепор гвартас и хрымас. А ну хахатра закала, как он ахапшгарат ансамбль, куалов, ну и чкаана концерт, хадарат у асцены, дуоз, ахучкой, ахупшчвирак он. Я хотел мир на дрее, дезхагуло галпи администрации, я чтобы он карра ходаги диз храйт, я хабре диз храйт, а хай ихой за живот ирчохает, а все тейзит. А ну хоть на кала кего ну баски, чка на района кота корпнут пан хатша аршури ру тратахи уха я адрых за шурга кута. А все напиза министр Беслан Барцыцы, а ну хоть ашка ап херазма за сосве уятай, а я мер бейтан хатша аршавира. Еха у баски гали мне писит, мрзакана ак перейзераду. У ялахун змилата кыртуаха и рпсаха запсва архул штраква. Корни абхазские, которые имеют, и мы хотим интегрироваться, наша организация хотит, да, восточные Абхазии, чтобы интегрироваться в западные части Абхазии. Айзераду делегация Абхазии, да, был это пыза министр Беслан Барцыц. Я рад Абхазии, да, псанахада Рауль Хаджимба, гала и рзыгайта за аднаху ларачку. А ты разгу, Савурзалана, Атарыцку асасцве, я хапи айзер ялаху зигир. Гук всыкала и фидес на гуар слаху, я хапи амш и всех эсчин. Агуб зира, агуамш, аман шалара, айх зира духа. Азин сыштуза, авинкара хада, Рауль Ханджиба, я ищты задны гуар, шпо сыштзакху. Уважаемые самузаканцы, от всей души поздравляю вас с днем города. Галский район для всех жителей Абхазии – особый, стратегически значимый регион. Он отличается традиционным гостеприимством, самобытностью и неповторимой красотой. В этом году Галу исполняется 85 лет. Этот праздник символизирует множество важнейших событий в истории страны. Он объединяет всех, кому дорог родной край. Издревле Самурзакан играл важную роль в защите государственных интересов нашего Отечества. Общеизвестно, что в советский период город Гал и весь Галский район в полной мере испытал все ужасы сталинских репрессий. Сотни тысяч жителей региона стали жертвами ассимиляторской политики, однако этническая память жива, и идут процессы по восстановлению национальной идентичности коренного народа. Сегодня от нашего единства и сплоченности, готовности самоотверженно трудиться на благо нашей Родины Абсны зависит, каким быть Галу завтра. Мы будем делать все для того, чтобы ближайшие годы стали для вашего города периодом созидания и трудовых свершений. Предприняты серьезные шаги по восстановлению дорожной инфраструктуры района, укреплению государственной границы по реке Ингур. Постепенно будут восстанавливаться предприятия, возродится на прежнем уровне сельское хозяйство. Планируется реконструкция Ингургес. Шаг за шагом будут восстановлены объекты образовательного и социально-культурного назначения. С праздником, дорогие самузаканцы, искренне желаю вам мира, благополучия и процветания. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба.
Беслан Барсыцубаски хейта пыза министр и резерв фонда кунат миллион маат гала калак айта шахургулара и шазоужхо. Мрзакана арейзера дуорджи кугулан и чвадьбу телефону сторух мила ташпа ихон хертиздаху от схрара шарзакадату ахинткарра кунат. Репрессии курам ты кует вазухан. Ухогала и мила псах на куртку хенрица с гимачью дзамс. Дихайте шахургуларам ее. Я звал эту гала калак пшини юхбаш псахатра, я сказал, ну и шатца с холбашханза. Да урина пшивалыкса гуха, абсводили хапшра.